На календаре весенние дни, но вот неожиданно вернулась зима с легким морозцем и снегом. Мы в Древнем Владимире, в одном из самых любимых нами городов. И, конечно, не могли упустить возможность схватить зиму за хвост и погулять, посмотреть на то, как радуются снегу местные мальчишки, скатываясь со склонов древнего крепостного вала. А за городом наш шеф Максим Сырников уже разжег русскую печь, и перспектива вскоре оказаться на протопленной кухне греет особенно сильно. Друзья, мы вас рады приветствовать в городе Владимире, где мы сегодня работаем на кухне настоящего действующего ресторана. Поэтому еще раз напоминаем тем, кто не услышал в прошлой программе, весь этот шум – это действующие повара, как это называется, весь персонал, который готовит заказы. Гости тех, делают кто заказы, да. Находится в зале. И большая часть блюд в этом ресторане вот через эту печку проходит. Настоящая русская печь, дровяная, трехподовая, огромная печь, которая работает практически в режиме нон-стоп. И днем, и ночью, заготовки, днем блюда, и щи, каши, мясо, птицу, рыбу запекают, похлебки самого разного, вида, пироги, естественно, всякая выпечка. Все готовится в этой печке. Не растопленной, я ее не видел еще вообще. Все мне очень нравится, что мы сегодня тоже будем готовить в русской печке традиционные русские блюда. И они у нас сегодня будут носить определенную долю символизма, потому что совсем скоро будет большой праздник 40 мучеников всевосийских. И, как мы все знаем, на этот день принята печь. Жаворонки. Да. Жаворонков. Ну, я думаю, что про каноническую историю у мучеников так вкратце Олег сейчас напомнит нам. В процессе готовки. В процессе готовки, да. Да. Ну, а второе блюдо, оно на самом деле вроде бы очень простое, ну, как на него ни посмотри, но с другой стороны... Но с другой стороны... сложное по своему вкусу и абсолютно русское, потому что там нет никаких лишних продуктов, привнесенных извне. Все, что у нас росло, по традиции отправлялось в горшок, томилось в печке, выставлялось на стол. Репа, и... морковка, лук. Ну, такая чеснок. Вот овощная каша. Дерюшечка. Овощная кашечка. Из перловки с капустой, с репой, с морковкой. Все это запечено в русской печи. Такая, ну, полукаша, полурагу. Вот что-то такое вот в одном чугунке. Ну, в данном случае у нас алюминиевый, правда, горшок. Но, тем не менее... Советского производства. Да, все это будет приготовлено вот в таком горшке. Алюминиевом, хоть и не чугунным, но, тем не менее, все равно можно приготовить достойно в русской печи. В дровяной русской печи, которая вот прямо сейчас как раз уже подходит к такому полному окончательному разогреву. Один из подов, который мы будем готовить. Одна из топок. Я сейчас все-таки хочу приготовить тесто, самое простое, пшеничное тесто, для приготовления тех самых жаворонков. Максим Павлович, что нам потребуется для жаворонков? Для жаворонков нам потребуется, прежде всего, дрожжевая опара. Вот она у нас уже готова. Где-то часа полтора поднималась. Красивая. Да, красивая, конечно. Здесь пшеничная мука высшего сорта. Пока мы гуляли с тобой, Максим Павлович приготовил опару. Конечно, может, с тобой трудно. Да. Ну, сейчас тоже поработаем, надеюсь. Я тоже надеюсь. Пшеничная мука, вода теплая, где-то градусов до 30 подогретая, и дрожжи. Но можно использовать закваску, коли она у вас есть. Больше пока здесь нет ничего, но опара уже поднялась. Она вот того самого момента достигла, когда вот она поднимается. Поднимается и начинает опадать. Вот в этот момент сейчас мы добавляем туда соль и разного рода сдобу. То есть это, ну, давайте такие сделаем немножко сладкие. Жаворонки у нас будут сегодня такие вот, они чуть-чуть со сладостью. Я добавляю... Пару ложечек сахара. Ну, полторы ложки, да. Растительное масло. Я очень люблю такую выпечку делать с горчичным маслом. Очень рекомендую с нерафинированным горчичным маслом. Я помню, мы как-то добавляли в Житино, по монастыре пару столовых ложек. Да, 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 да. И она была такая жёлтая, и она еще такого красивого цвета была. И еще... Это вкус вот потом уже готового блюда, прям вот такой тонкий-тонкий-тонкий, очень здорово. И еще пару столовых ложек меда. Это, ну, давайте так скажем, рецепта вот такого, как будто жесткого рецепта жаворонков нету. Везде готовили
по-своему. Где-то готовили из пресного теста, где-то из ржаного, где-то овсяные жаворонки пеклись. Мед – это вот моя такая фантазия сегодняшняя. Чаще всего мед не добавляли, но давайте вот сегодня хочется сделать в русской печке жаворонков на печь такие, чтобы они были сдобные, чтобы они были рассыпчатые, а мед как раз вот такую некую придает особую структуру теста. Угу. Максим, а я думаю, даже, наверное, в каждой семье по-разному могли выпекать жаворонков, да? То есть это не какие-то там вот в этой местности так, в этой так? Конечно, конечно, конечно. Не обязательно, кстати, не только на в день, вот по новому стилю 22 марта, день 40 мучеников Севастийского, день их памяти, но и вообще весной. Вот у Гончарова есть в романе «Обломов» замечательное такое упоминание жаворонка в таком вот милом очень контексте. Гончаров пишет, что крестьяне Обломовки не считают, что весна началась, пока не напекут по 40 жаворонков на каждый, в каждом доме, в каждой семье. 40 именно жаворонков. Кстати, второе название именно праздника 40 мучеников Севастийского – «Сороки». Ага. Ах, вот оно откуда. Сороки, сороки. Нет, но это не оттуда, я думаю, что это по созвучию. Это, вы знаете, как вот луковый день, когда вот в луковый день, день апостола Евангелиста Луки, и в луковый день себе, ну, как бы, готовили пирог с луком. Конечно. Но это чисто по созвучию. А я помнишь думаю, Марфа Капустницу, да. Да, когда с рассадой разбирались, да, люди да. На Марфу Капустницу варили из этой лишней рассады эти щи, и думаешь, какая да. Марфа. А потом египетская же, оказывается, Мария. Там же все, помнишь, вот так вот. Нет, было. Мария Египетская, это нет? Не все-таки. Мария Египетская, это Марфа пустые щи. Это когда заканчивался запас квашеной капусты, вот. Переходили на капусту. Весной. Весной, совершенно да. Верно. На щи из подножного всякого корма, то есть щавель, сныть, вот то, что пробивалось там из-под снега, собирали, готовили щи, вот именно Марфа пустые щи. А рассада – это именно рассадница. Я сейчас уж точно не помню, как, класс, какому да, это дню, когда готовили из излишков рассады капустной, готовили особые щи с очень нежной консистенцией, с очень тонким вкусом. Кстати, они почти всегда были постными, потому что вот уже определяли с этим излишком где-то в конце Великого Поста. Чаще всего приходился на конец Великого Поста. Вот этот вот срок определения, сколько тебе нужно рассады, сколько из этого выросло капусты. Так, мы с тобой смотрим. У нас тесто, ты всю сдобу положил. Да, я всю сдобу теперь положил, я вымесил. Ну, теперь вот надо потихонечку добавлять муку. Справишься? Я да, конечно. Я буду стараться. Не сомневаюсь, да. То есть у нас должно с тобой быть эластичное тесто, но... Тесто должно быть достаточно плотное. Угу. Оно не должно быть прям таким вот растекаться, да, потому что нам нужно все-таки придать форму нашим жаворонкам. И, кстати, вот по поводу формы, я бы еще вот что сказал, вспомнил одну цитату. У Владимира Ивановича Даля есть очень такой рассказ трогательный про то, как старик со старушкой жаворонков пекут, и что вот она ножичком подрезала крылышки, чтобы они были там узорчатые такие, как перышками. И вот эти, ну, в общем, это то, что стоит пересчитать. Вот я помню, с тобой выпекали жаворонков на монастырской кухне. Да, да, да. Так да. Интересно, мне очень понравилось. Это фракции, которые, естественно, должны выпадать. Ну, давай я уже... Я бы чуть-чуть подсыпала, но... Нет, обязательно надо подсыпать. Жидкое тесто, жидкое тесто, жидкое тесто. Фракции – это как бы части. Части. Части чего-то. Мелкие. Вот я еще раз повторю, что помимо того, что приготовление этих самых жаворонков, как правило, всегда как-то вот готовились именно к дню 40 мучеников, но все-таки это такая более... Весенняя, общевесенняя история. Ну ведь, по сути, как раз когда празднуется 40 мучеников севастийских, как раз и начинается весна. Потому да. Что снег лежит еще и в марте, а ну, как раз вот да, ну и тут начинает так, таять. Совершенно верно. Да. И тут еще вот что очень важно. Почему именно жаворонки? Кто такие жаворонки вот в природе? Жаворонки – это птицы, которые прилетают одни из первых, это во-первых, весной, перелетные птицы. С южных краев прилетают достаточно рано,
Но при этом жаворонки – это пылевые птицы. Притом ярко выраженные пылевые птицы. Вот они там где-то в лесу, в пуще, в чаще не живут, а живут вот именно на пашне где-то. И на земле гнезда выводят, или там где-то очень недалеко, невысоко от земли. Всегда жили земледелием, соответственно, вот конечно. Эти жаворонки были... И для русского крестьянина, конечно... Прилет жаворонков, это когда, вот когда снег уже почти практически растаял, когда поля уже отмерзли, когда появилась какая-то живность, там какие-то червячки, которые эти жаворонки могут склевывать, они прилетают, и для него это первый сигнал того, что можно яровые сажать. И вообще можно как-то землю обработать, весенняя вся работа с землей может уже начинаться. Вот это очень важно, поэтому для русского крестьянина, который просто, ну вот, все лето там занимался какими-то другими делами, все что угодно делал, кроме земледелия, для него это... Потому что... Совершенно верно, потому что, как говорили, весенний день год кормит. По поводу мартовского климата есть такая, ну, я думаю, что вполне приличная поговорка. Говорили, марток надевает двое порток. Семь порток. Говорила моя бабушка. Семь порток. Ну, значит, у вас еще, значит, у вас еще холоднее там в Вышневолодском уезде. Семь порток, да. Я слышал двое порток. Это у вас просто ваши асташи так говорили, наши, нет. Суровые асташи. Суровые асташи. Максим Павлович, мы вымесили тесто. Оно должно вылежиться, да, подняться? Конечно, оно должно подняться немножко. Ну вот, чрезмерно, я все-таки считаю, не надо его. Тем более, тут и добавили тереть всякой сласти. Нет, я имею в виду выставлять его долго. Я думаю, что достаточно где-нибудь полчаса. И мы сейчас в теплом месте подняться, без обминок, и будем уже жаворонков лепить. Так, ну у нас же еще второе блюдо. Тесто у нас, смотри, сейчас мы убираем в теплое место куда-нибудь, да? Да, сейчас под пленочкой еще и у нас теплое там место. Сегодня и капуста, и репа, да, и корень сельдерея, и вот морковка даже. Смотри, это тоже морковка, а это вековые, да, кольца на морковке. Знаете, как вот, сколько морковка росла, столько как на ней сосна колец. Вековые прям. На улице холодно, но весна уже уверенно прокладывает себе дорогу. Она ощущается и свежими нотками в морозном воздухе, едва уловимыми, но уже безошибочными, и звонкой радостью в голосах птиц. И хотя жаворонков мы еще не видели, они где-то близко. Мы это чувствуем. Совсем скоро природа пробудится от серого зимнего сна, нальется живительной весенней силой. Ну а пока мы с удовольствием ловим эти последние волны, уже оставшиеся во вчерашнем дне зимы. Ну и поспешим обратно к печке, узнать, что же еще приготовит наш сегодня шеф. Сначала, прежде чем мы начнем готовить вот это блюдо, я хотел бы рассказать такую интересную вещь. Мне как-то прислали человек, живущий в Испании, но знакомый там с русской культурой, живший долгое время в России и отучившийся здесь, прислал мне меню испанского ресторана, в котором была позиция в этом меню, называлась «Капуста по-русски». Ха, интересно. Вот что вы могли себе представить, что такое капуста по-русски, может быть, представление испанцев? Ну-ка, ну-ка. Может быть, какая-нибудь... Ну, это то, что у нас называется «ленивые глупцы». Ах, вот это? Да, капуста по-русски. Капуста по-русски. То есть рубленая капуста с мясом, с рисом, вот это вот все. Там, ну и там, естественно, там красный там перец стручковый и так далее. Но дело в том, что подобные блюда в русском быту, в общем, встречались достаточно часто. И в русской кухне очень много всяких вариантов, сочетаний и круп, и овощей, и прочее. И вот я предлагаю сегодня приготовить одно из таких блюд. В общем, довольно бесхитростное, такое простонародное, крестьянское, перловая каша. Это ты, Максим,
вырезаешь кочерыжку, да? Я вырезал кочерыжку, да. Я на бульон потом, она на бульон пойдет у нас. Я попрошу тебя, Олег, почистить кожуру корни сельдерея. Для меня сельдерей абсолютное открытие наших проектов и монастырской кухни, и русского обеда. Потому что сельдерей. Да, поэтому я до этого я смотрела на него, мне в голову не приходило, что вообще можно есть, он вкусный. А ты теперь используешь его, да? Конечно, я его теперь запекаю. Я его ем просто, например, нарезаю на кусочки, на брусочки. Просто обжарить, да? Маслом, да, и запекаю просто в духовке. Дома у тебя опять этот сельдерей. Конечно, кроме меня, надо отдать должное, никто не ест, но я прям вот, я плотно на этом сижу. Ну, на самом деле вкусно. То есть, вкусно, так, да, вкусно очень. И никуда, в общем-то, особенно ехать не надо, все под руками. Ну вот, ну в поваленных книгах в русских в 19 веке сельдерей повсюду встречается, в общем. Он замечательно растет на грядке. Мы вот так же нарезаем морковь и репу, да? Да, и все сейчас укладываем в горшок. Ну, многократно мы уже говорили. Передача про необходимость использовать репу в подобных блюдах, бульонах, похлебках, щах, ну и так далее. Потому что репа придает совершенно восхитительный аромат и привкус вот этот свой. Очень-очень рекомендую использовать для подобных блюд репу. Для меня, знаешь, какой показатель, что раньше репу надо было искать где-то на рынках, специально ехать к людям, которые честно это выращивали. Да, а сейчас заходишь в супермаркет, и эта репа лежит. Да, да. И притом покупают. Не было, да? И притом покупают. Нет, не было. А вот почему? Еще несколько лет назад, а вот не знаю почему. Потому что никого не интересовало. Не было русского обеда. А сейчас действительно. Притом я часто очень вижу, вот люди покупают репу, действительно спрашивают, а репа есть у вас? Есть. Вот, пожалуйста, да. И берут. И явно постящиеся, и явно не постящиеся. Репной ренессанс. Очень хорошо. Просто вкусно. Так, у меня есть морковь или лук? Так я порезал, слишком крупный. А вот так уже можно. У меня есть один приятель, такой, тоже такой гастроэнтузиаст и параллельно фермер. И вот он прочитал про то, что когда-то в России очень любили пастернак. Вот, и тоже он пастернак упомянут. И в поваренных книгах русских многократно. Да и не только. И вот его подивило то, что сейчас пастернак мало того, что мало употребляется, он еще практически не выращивается. Практически в России вообще прекратили выращивать пастернак. И они там с единомышленниками сделали, вырастили грядку пастернака, предлагали его попробовать, и все это было под лозунгом «Остановим геноцид пастернака». Прекрасно. Это хорошо. Единственное, что я до сих пор не знаю, куда пастернак добавляют. Ну, по сути, вот точно так же, как мы сейчас сельдерей. Да. Но есть еще пастернак, очень вкусный из пастернака, очень вкусное пюре, например. Пюре? Получается, да. Из запеченного пастернака. Вот если бы сейчас был бы корешок пастернака под рукой, я бы его запек бы в русской печке, потом бы растолок бы там добавил бы, ну, вообще в пост нельзя, но так вообще вот, там молоко или там сливки или сливочное масло, можно растительное масло в пост и водички немножко добавить, и получится очень вкусное пюре из пастернака. На что похож пастернак? У него тоже немножко такой вот слегка сельдерейно-петрушечный аромат легкий, но именно легкий. И такой довольно сладкий, отчетливый сладкий вкус. Здорово. И нежный. А пюре интересно, очень прекрасно. Попробовать. Да. Вот сейчас, дорогие друзья, вот что я сделаю. Я вот это нашу овощную всю эту массу. Чеснок мы добавим. Залью растительным, да. Да, да, да. Чеснок. И крупу, и воду. А сейчас просто с маслицем отправим все это в русскую печь, чтобы это протушилось вот без воды. Без воды, без крупы. Это должно немножко закарамелизоваться. За вот такой вот оттенок, коричневый аромат тушеных овощей должен быть. Капуста, прежде всего, репы, лука. Я сейчас... Надо раскидать, да, вот как раз огонь. Да, ну что,
Возьмешься? Да, с удовольствием. Вот. Вон кочерга. Вот кочерга большая. Ну, ты помнишь, как это все вот по да? периметру? То есть мы сейчас их распределяем ровненько по... Да, по поду. Нам надо прогреть стенки сейчас. Ну и пока вот там еще угли у нас не прогорели до конца, все-таки можно пока еще. Вот выпечку сейчас ставить нельзя. Когда мы будем готовы поставить жаворонки, только тогда, когда у нас полностью прогорят угли. Еще там надо будет прогреть пот, там, ну, в общем, такие отдельные манипуляции сделать, но только когда не будет никакого открытого огня и минимум углей горящих. Тогда только выпечку можно ставить. А вот это, в принципе, вот овощи для того, чтобы их заколировать и так хорошенько, ну вот, протушить. Стартовать надо с хорошей температурой. Интересно, что русская печка, она диктовала фактически этапы приготовления Ну, по обеда. Сути, да. Она не столько диктовала, сколько она позволяла разнообразить. Ну, то есть все равно ты понимаешь, что если у тебя пока угли, то тебе нужно обжаривать. Дальше ты начинаешь там тушить, выпекать и так далее. То есть все равно она определяла температурный режим для каждого блюда, и ты понимал уже в голове, выстраивал план, с чего тебе нужно. Я думаю, что тут обратное пошло. Ну так, я раскидал. Прекрасно, прекрасно. Ну давайте, это вот правда. Сейчас далеко не будем, чтобы она совсем не сгорела. Я не закрываю заслонки. Чуть-чуть, да, задвигаем? Да, вот. Не закрываю заслонки. Пускай вот так тут стоит. И насколько у нас вот оставляется? А вот минут через 15 вытащим, перевернем, посмотрим, там, насколько там вот этот процесс запекания идет. Угу. Я думаю, что минут 25 где-то вот так. Вот мы стоим сейчас у подножия крепостного вала, который сохранился. Тот самый вал, который штурмовали татары, да. Ну и просто можно попробовать забраться туда зимой и понять, каково им было. Я хотела обратить ваше внимание на то, что сейчас штурмовать крепостной вал совершенно не обязательно. С удовольствием там лазят дети, катаются. Ой, что-то по Тамаре не будет. Катаются здесь на замечательных ватрушках. Подушках, да. Ледянках. Поэтому, и тому подобное. Видите, как он органично сейчас, вот уже вот весной-зимой вписался в индустрию города, он нашел свое применение, поэтому... Кстати, такой же вал был на Садовом кольце в Москве. Серьезно? Да. А где же там? Петровское время, ну прямо. А потом его срыли? Потом его срыли, все валы, и разбили сады. Серьезно, вот классно, что у Владимира это осталось, поэтому можно да. сейчас... И съехать, и забраться, и вообще показывать вам, как здесь замечательно. Такой снежочек легкий идет, и все это нам вот цепится прямо, прямо вот сюда. Да. Ну что, давайте рискнем? Да. Может быть, штурманем? Земляной вал. Погнали? Вряд ли у нас это получится, мне кажется. Ну что? Тут все раскатано сейчас. 3-4, мы погнали. Ну да. Порадовавшись последнему зимнему снегу, мы спешим помочь Максиму Сырникову лепить жаворонков. Вот не зря мы чувствовали их скорое появление. Тесто уже подошло, стол присыпан мукой, втроем работа пройдет быстро. А Олег Робинов тем временем собирается развлечь нас удивительными и порой жутковатыми историями из далекого прошлого. Ну что, приступаем к жаворонкам? Да? Если тесто поднялось... Конечно. Ну, я думаю, что да уже. Мы решили долго его не держать. Поднялось, нам надо только перчик для того, чтобы... И изюм. Изюм. Сейчас все организуем. Изюм и перчик. Для того, чтобы глазки ставить. Изюм и перчик для глазок. Ну, если изюма нет, то перчик. Ну... Горошек. Перчик. Горошек. Смотрите, тесто у нас хорошо поднялось, оно еще немножко у нас расстоится. Уже в виде жаворонков. А мы с тобой будем выпекать на листе. На листе, конечно. Вот у нас готов лист. Mm. Единственное, что я бы попросил муки немножко. Такой. Олег, а он пшеничный. Серьезный листик. Ну, это специально для печки, да, такое. То есть. Чтобы его не повело. Обычный противень здесь невозможен. Потому что вот эта штука весит очень много. Она прям тяжелая. А вот я не только муку принес, а еще и изюм.
ты жаворонков? Большие глаза. Нет, будут. Вот изюм, да, нет, да, конечно. Пускай у нас с большими глазами. С потом большими он целиком глазами должен быть съеден. Какие удивленные будут жаворонки. Мы обещали, что расскажем про севастийских мучеников. Это же были воины вообще. Воины, которые отказались приносить жертву языческим богам. Да? Да. И их за это наказали. Это было на территории Турции. Севастийское да. озеро. Да, да, да. Севастийское озеро, которое было замерзшим тогда. И вот их загнали на лед, раздели, рядом поставили баньку. И кто замерз, может идти в баньку, приносить жертву богам. Вот. Но и один только как раз из вот этих воинов сдался и побежал в баню. Но когда он зашел в баню, тут же умер. А они остались стоять, ну и тоже погибли, подо льдом остались. И они явились местному архиерею, которому вот сказали похоронить их. И когда он приехал туда, на это озеро, они были, их тела были подсвечены. Он без труда собрал их и похоронил. Вот такая история. И вот этот день севастийских мучеников, это как раз вот день православных мужчин. Потому что вот эта Серьезно? Доблесть, да, да, вот как раз... То есть это как жен мироносец, православный женский день? Совершенно верно, да. Да? Колбасу отрезать. Ой, спасибо. Здоровья. Алена, ты как делаешь жаворонков? Есть разные способы, знаете, да? А, да, есть, можно делать отдельно, можно завязать просто узелочек. Ну вот я узелочек завязываю. И я узелочек завязываю. Я умею. Так, я вам вилочки дам. А вилочки для крылышек, да? Ну, чтобы, да, вот... Крылышки и хвостик. Хвостик, да. Вилочкой. А, какой хорошенький. Прям хорошенький. Смотри, да? Хорошенький, да. Ты про меня? А чего ему быть плохим? Про тебя. Так, мы заворачиваем его. Узелочек. Да. Ну и вот такой вот носик. Ему клювик сделаем побольше. Ну, давайте, действительно, я изюм использую в качестве такого имитации глазика. Надо обязательно ягодку поглубже, чтобы она не вылетела при выпечке. Мне кажется, даже можно пополам разрезать, вставить. Ну и вы знаете, что жаворонков запускали, да? Подкидывали. Да. Шли на поле, подкидывали. Как раз вот, ну это такой вот... был шутливый ритуал. Такой благословить землю, да, наверное? Нет, это вот именно привели весну, весну позвать скорее. Чтобы настоящие жаворонки скорее прилетели. Вот. Вот такой вот жаворончик. Хороший. Так. Где у нас изюм? Вот, я тебе могу дать целый, я себе половинки ставила. Ну, я разберусь. Посмотрю, как лучше. Кстати, мне кажется, можно напечь жаворонков в подарок, например. Конечно. Потому что у всех прекрасный, хозяев есть время. Прекрасный подарок, я считаю. Конечно. Можно напечь и прийти. И детей всегда можно занять. У меня такой маленький жаворонок получился. Жаворонок девочка. Сажу. Листочек. Ой, на седочку. Курочка. У нас день субботний, и вот эта кухня, она стоит фактически вот в огромном парке. Вот здесь, за стеклами, сразу начинается такой лесопарковая зона, где очень много снег. Да, и кабаны, и лоси. Но самое интересное, что сегодня с утра очень рано мы пришли сюда, чтобы вот после нашей прогулки, чтобы начать вот это все готовить, мы поняли, что целый парк полон людей. Все гуляют с санками, с лыжами. То есть вроде бы суббота, и вроде бы такое вот, ну, все мы считаем, надо отоспаться, а люди очень активные. С детками, с лыжами, с санками все гуляют. Это так приятно, так здорово. То есть вот прям горжусь владимирцами за то, что они такие активные, не позволяют себе сидеть так дома. Обычно люди не гуляют, если негде гулять. Появляется место, где гулять, и люди начинают гулять. Вот так, да? Вот это последовательность. Конечно. Ясно.
Нет, ну это здесь с самого начала, вот в этом замечательном месте, где мы находимся, с русскими вещами, с отличной русской едой, как раз изначально планировалось... Местом, да. Гуляют с 80-х годов 20-го века. Ну, да, построено это было, начало, точнее, то... Изначально первое здание было еще к Олимпиаде 80-х годов построено, потом, естественно, все как-то... Прямо такое, это не жаворонок, это уже что-то. Большая птица уже такая. Красиво, кстати, очень. Жар-птица. Вот сразу ясно, что у тебя есть какие-то зачатки художественного образования. У меня, на самом деле, тоже есть, но... Я, видимо, не судя по моим кривоносым разноглазым. Ну, всех разные. Зато я уже сделала три, а вы по одному только. Не, я вот второй делаю уже. Максим Павлович, может, ты тоже нам слепишь еще одну птичку? Ну, давай, ладно. Там, кстати, уже овощи. Да. Уже подпеклись. Уже подпеклись, да. Ну, пускай еще минут. Мне даже с открытым клювиком получился жаворонок. Это шикарно сделано. И с одним большим глазом. Есть просите? Ну, конечно. Жаворонки. Приготовить опару из дрожжей, муки и теплой воды. Когда она подойдет, добавить растительное масло, мед, соль, еще муки и вымесить приятное, не липнущее к рукам тесто. Дать ему подойти в теплом месте и сделать пару обминок. Разделить тесто на жгуты, каждый завязать узлом, сформировать хвостик и клюв, сделать глазки из кусочков изюма. Выпекать в русской печке до готовности минут 15-20 или в духовке, разогретой до 180 градусов, минут 25. Так, ну что, давайте тогда вытащим сейчас, чтобы у нас не перегревалось. Угу. Овощи не перегревались. Я тогда вытащу? Да. Давай тесто пока, место. Да, берем. Вообще тяжело? Нет, очень легко. Алюминий. Как 120 килограммовую, что ли? Конечно, ну, смотрите. Вот был чугунный, да. Вот видите, вот у нас. Да, все зарумянилось. Это прекрасно пахнет. Замечательный запах. Какой да? Запах. Да, уже вкусно. Пахнет пирожками с капустой. Да, точно. Ну и вот теперь мы просто засыпаем размоченную заранее перловку. Можно я вот эту репу съем? Я знаю, что это некрасиво, но... Это ты пробуешь, ты же готовишь, ты же должна попробовать. Спасибо. Поэтому все нормально. Я реабилитирую. Перловка заранее замочена. Вот я ее перемешаю так вот с капустой и прочими овощами, которые у нас тут. Ну и заливаю водой. В общем, все так вот по-простому. Мы на этом этапе солим? Мы на этом этапе, да, подсаливаем. Чеснок раздавить? И можно чеснок добавить, перчика. У нас есть перец. Горошком. Горошком? Ну, мы добавим такой. Угу. Так. Или бросить пару горошек. Давай. И теперь, когда у нас и жаворонки есть, и похлебка залита водой наша... Мы и то, и другое отправляем в печку. У нас хватит жара печи, которая сейчас там у нас уже. И так для того, чтобы довести кашу нашу овощную до готовности, и для того, чтобы испечь жаворонков. Но мы с тобой... Также задвигаем. Туда же. Ничем не смазываем. Без крышки. У нас должны подрумяниться, потому что там сахар. И мед. Мед, он как раз особо. Что ты голову повесил? Не весил, голову повесил. Итак. Ну что? Ну
и я закрываю заслонкой, хотя температура там очень высокая, но нам нужно, чтобы равномерная. Пропеклись жаворонки, и для этого надо обязательно закрыть заслонку. Открытого горения печки уже нет, поэтому можно это спокойно сделать. Единственное, что температура высокая, не прозевать в тот момент, когда они подпекутся. Ну что ж, мы тогда ждем, когда будут готовы сразу наши два блюда. Но жаворонки, видимо, придется доставать раньше. Посмотрим. А, конечно, план. Конечно. Какие вот милые. Они. Вот это моя, и вот это моя. Жаворночки. Ну вот, вот это чей? Это твой? Это мой. Ну, пожалуй, он сам. Первый приз тебе. Самый красивый жаворонок у тебя. Спасибо это большое. На втором месте мой. На третьем. Ну, почетное третье место, да. Вот, так что, друзья. У тебя вот это очень трогательно. Он больше похож на тюлененка. Это вот в защиту там тюленят маленьких можно. Подпишите петицию в защиту тюленей. Да. Можно ролик снять. Ну зато, знаешь, фантазию очень развивает. Ну опять да. Же, угадай, кого я слепила. Это птица Гоголь, я думаю. Мне кажется, у тебя все птицы Гоголи. Нет. Ну что, осталось только вытащить из печки... Кашу нашу. Нашу кашу. Давай, Олег, я открываю заслонку, а ты вытаскиваешь нашу кашу. Давай Алену попробуй. Нет, не надо. Не хочешь? Боишься? Конечно, есть хочется. Что тут экспериментировать? Ну-ка, стоп, давай посмотрим хоть мне. Отлично. Отлично. Какая красотища из этого всего получилось. Какой запах. А вот запах как раз... Вот вы знаете, что мы как-то, помнишь, мы обсуждали уху с дымком? Да, что вот это плохо, уже Остапик писал, да. Вот если отправить что-либо в печку, где еще не до конца... прогорели? Угли, не то, что прогорели, да, но вот прогорели, когда они еще там красные, понятно, что пламени открытого нет, но тем не менее... то будет вот этот самый запах дымка. Но все-таки чаще всего все-таки хозяйки всегда убирали угли полностью или дожидались полного уже окончания горения, и только тогда ставили какие-то блюда. Это уж что называется на любителя. Кому нравится с дымком... Милости просим, как говорится. Все рецепты вы знаете, как это сделать. Ну что, давай, попробуй, пожалуйста. Вид этой каши очень нетипичен. Сразу говорю, потому что мы с вами, как мы привыкли к каше с вами? Каша. Как каша, да? А здесь вот эти крупные куски репы, моркови, лука, перловки. Какая она красивая, посмотрите. Да? Аромат какой, фантастический просто. Ну, кроме того, она постная абсолютно. Такая понятная, простая. А пахнет она копченостью. И постная еда. Копченостью она пахнет, я тебе уже сказал, из-за того, что там остался дым в топке. А мне нравится. Но вот именно в этом сочетании оно удивительно привлекательно. Ну что у нее со вкусом? Как все хорошо разварилось. Я, пожалуй, добавлю немножко соли. Да? Я все подсаливаю, вы же знаете. Это не совсем немножко. Ну, вот она, если бы ее отправить сейчас еще дубового исчезновения жидкости, то она как раз досолится до конца. Хорошо. Поэтому мы немножко чуть пораньше вытащили, поскольку... Голодный просто. Голодный, тонкий аромат. Да. Все очень хорошо чувствуется. И такой очень тонкий вкус. Очень нежная капуста. Да, да. Разваренная перловка. Угу. Репа мне очень нравится в таких кашах, потому что она... сохраняет свою форму, но при этом она сладкая и упругая, вот, в хорошем смысле этого слова. Ну, не, все достаточно мягкое. Да. А упругая крупа, вот крупинки чувствуются. Угу. Можно есть бесконечно. Вкусно. Репочка. Подумаешь, хороший гарнир к чему-то. К хлебу. К
хлебом. Да, и квасом. С квасом отлично, да. Вообще, вот такие блюда, мне кажется, очень хорошо сочетать с квасом, только квас должен быть хорошим, не газированным. Он должен быть настоящим. Да. Каша с овощами. Овощи почистить, нарезать кубиками, перловку промыть и замочить. Нарезанную капусту сложить в горшок, следом отправить лук, репу и сельдерей, морковь. Полить маслом и отправить в русскую печь закарамелизоваться. Или поставить в духовку на максимальную температуру до румяности овощей. Перловку всыпать к овощам, перемешать, добавить чеснок, подсолить и добавить перец. Все залить водой. Отправить в печь и готовить примерно час после закипания каши. Или же поставить в разогретую духовку и готовить до мягкости крупы. Мне нравится. Мне кажется, каша удалась. Да, да. Перловка, капуста, овощи, сельдерей, морковь. Все вместе дает удивительный букет, который... Хочется всем пробовать, пробовать. Но а жаворонку-то мы будем пробовать? Или мы с тобой будем давайте, пробовать конечно. На севастийске? Да нет, давайте сейчас. Нет, прямо сейчас. Еще до севастийских сколько времени ждать? Ну, несколько дней. Знаешь, несколько дней. Это мой. Я безжалостно отрываю ему голову. Поделишься с нами вот брюшками и лапками? Тащи. Хвостик возьму. Хвостик возьму. Ага. Ну, это обыкновенное такое вкусное тесто, да. Хорошо. Ну, вкусно. Ну, главное, что это все интересно очень. Выпекать этих жаворонков. Да. Особое удовольствие. Скручивать все эти жгутики, глазки делать. Mm-hmm. Делать каждого жаворонка своим характером. А если уж 40, знаете, фантазия будет работать по полной программе. Правда. Хорошо. Ну, вкусное тесто. Попробую твоего грустного жаворонка. Ну и прости. Хочешь отъесть ему? Ты думаешь, у нее вкус другой у жаворонка? Отлично у тебя. Это гораздо вкуснее. Нарочно это сделал, я знаю. Мне очень нравится наш сегодняшний обед. Будешь свой пробовать? Ну, крылышко. Можно я попробую? Вот знаете, вроде бы все простые очень продукты. Перловая крупа, капуста, репа, сельдерей, морковь. Но все вместе дало такое очень сытное сочетание. То есть ты ешь, тебе вкусно, хочется, и это очень хорошо насыщает. Горячая такая, замечательная наваристая каша. И вот эти жаворонки с горячим чаем, с медом, с вареньем. Делайте обязательно. Видите, мы показали вам, как делаются эти маленькие замечательные птички. Угощайте детей, угощайте своих близких. Алена, это вкусно. Твой жаворонок самый вкусный из всех, которые я ел когда-либо. Твой грустный жаворонок. Ну вот видите, надо судить все-таки по предмету, не по внешности, а по содержанию. Конечно. Такой замечательный... Большая мудрость такая в нашей сегодняшней программе. Спасибо, Олег, за резюме. Максим Павлович, тебе спасибо за замечательный русский обед. Спасибо большое, дорогие друзья. Спасибо и вам за то, что были сегодня с нами на русском обеде. Единственная передача на телевидении, рассказывающая о настоящей, подлинной русской кухне. Друзья, приятного аппетита. Смотрите русский обед. Приятного аппетита. Настоящих жаворонков мы еще не видели, зато вот те, что из теста, удались на славу. И каша вышла необычайно вкусная и ароматная. Ну, конечно, ведь все это готовилось в русской печке, которая накормила уже столько голодных путников. Задача на сегодня с успехом выполнена. Еще два блюда пополнят копилку рецептов поклонников русской кухни. Ну, а наши владимирские приключения продолжаются. И мы приглашаем вас разделить их с нами в следующие выходные. Друзья, готовьте с удовольствием. Увидимся через неделю.